специально к сегодняшнему дню. Юные футболисты клуба «Тойм» вернулись из Лондона, где им выпала уникальная возможность присутствовать на финальном матче Лиги чемпионов УЕФА. В Англии ребята побывали в качестве делегатов международного форума, организованного компанией «Газпром». Эмоциями и впечатлениями от поездки сегодня они поделились с нашими корреспондентами. Спускаясь в томском аэропорту по трапу самолета, они мысленно все еще там, на лондонском Уэмбли, где мюнхенская «Бавария» в упорной борьбе забирает кубок Лиги чемпионов УЕФА у дортмундской «Боруссии». Юные футболисты собственными глазами видели игру, видели радость своих кумиров с кубком в руках, а главное, почувствовали сумасшедшую атмосферу, царившую на Уэмбли. О таких болельщиков, говорят ребята, мечтает каждый футболист. Атмосфера футбола, эти болельщики, ради которых стоит играть, там просто их много и... огромной толпой, которые тебя поддерживают. Их же мечта осуществилась благодаря большому «Газпрому» и его дочерней компании «Газпром Трансгаз Томск». В Лондоне состоялся первый международный детский форум «Футбол для дружбы». Участие в форуме приняли детские футбольные команды из 8 европейских стран. А куратором стал легендарный немецкий игрок и тренер Франц Бекенбауэр. По окончании форума ребята написали открытое письмо мировым и европейским футбольным функционерам, в котором призвали детей и взрослых во всем мире любить самый популярный вид спорта, исследовать его главным принципам, среди которых дружба, равенство, справедливость, здоровье и, конечно, мир. Эта поездка в Лондон, уверен тренер юных футболистов Эдуард Барышев, безусловно, даст ребятам дальнейший импульс расти профессионально. И, возможно, кто-то из них в будущем окажется на Уэмбли уже не в качестве зрителя, а в качестве игрока, потому что в Сибири есть потенциал талантов. В этом уверены и в компании «Газпром Трансгаз Томск». Символическая команда томских ребят на форуме называлась «Сила Сибири». Мы повезли футбольную команду молодую, подрастающую. Название как бы символическое. Символизирует будущее Сибири, это наша сила. Для Томска очень символично, потому что наша компания сейчас стоит на пороге строительства магистрального газопровода «Силы Сибири». Свою же силу 14-летние томские футболисты покажут уже в августе в Республике Татарстан, где пройдет 5-я летняя спартакиада «Газпрома». Одно из самых масштабных, ярких и зрелищных спортивных мероприятий года, которое объединит юных спортсменов всех регионов страны. Владимир Кнанков, Андрей Никифоров, Вести Томск. Универсальный.